Всем привет! Мы с вами порассуждаем о том, нужна ли кофеварка и вообще стоит ли ее покупать. Прежде чем выбирать разные кофеварки, конечно же, стоит сначала изучить разные виды, потому что кофеварки бывают разные, разных видов, и гейзерные, и капсульные, и полуавтоматические, и автоматические, в общем, самые разные. И, конечно, от видов зависит и способ приготовления, и качество кофе, и так далее. Ну а вообще, прежде чем выбирать, в принципе, любую кофеварку, нужно запомнить вот что. Есть очень много самых разных производителей, самых разных марок, да, которые привлекают по очень-очень привлекательным бюджетным ценам самые разные кофеварки. И купив ее, радостно вы приходите, завариваете кофе, а получаете непонятный напиток, который, грубо говоря, просто пропускает воду, да, и это невозможно пить. Так что, если вы собираетесь покупать кофеварку, то лучше всего обращать внимание только на те бренды, которые на рынке уже существуют очень долгие годы, которые уже 100% проверены. И, конечно же, такие кофеварки будут стоить далеко не дешево. Так что, если вы хотите наслаждаться реально качественным, хорошим кофе, то приготовьтесь, то что вы заплатите далеко не маленькую сумму. И тут уже встает вопрос, а надо ли вам оно и окупится ли эта кофеварка. Например, если вы живете один, либо вдвоем и пьете кофе далеко не каждый день, через день, несколько раз в неделю, то нужна ли вообще эта кофеварка? Ведь проще всего и дешевле покупать кофе, например, где-нибудь в кофейнях. Потому что все равно, купив кофеварку, даже если вы будете несколько раз в неделю, например, всего лишь варить кофе, то придется за ней плюсом еще и ухаживать, постоянно менять фильтры, чистить, да, следить за водой, за тем же кофе, покупать какие-то сорта кофе. В общем, если вы бываете дома, например, редко, пьете кофе редко, то лучше всего не покупать никакую кофеварку, либо готовить кофе в турке, либо покупать кофе в кофейнях, но не тратить огромное количество денег на покупку кофеварки. Либо же, например, если вы хотите потратить, например, большое количество денег, да, то лучше всего обратить внимание вообще на кофемашины, особенно последних марок, которые готовят самые разные сорта кофе. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!